И... Знаешь, что Ой, страны? блин. Ты ж, блядь, нихуя себе. Я аж дар речи потерял. Мне очень красиво. Ну ладно. Что страны, пока еды сделай мне. Че делать? Покушать сделай. Давай, давай, быстрее. А где хорошо, милый? Хорошо, милый. Все, вот слушается меня. Кто главный в семье? Хозяин. Да. Ребятки, ну а мы в этот прекрасный, солнечный, зимне-осенний день продолжаем наш батл. И следующим сторисом будет мое задание, поэтому все быстро смотрим, подписываемся и кайфуем. Побольше корицы насыпь. Фу, мерзость сраная. Че, погнали? Судя по тем заданиям, которые ты делаешь, ты, походу, совсем на голову отбитый. Поэтому для тебя самое жесткое задание. Берешь и угоняешь полицейскую тачку. Как ты это будешь делать, я не знаю. Насколько тебя посадят, я тоже не знаю. Но очень интересно за этим посмотреть. Сказал один мой очень хороший друг. Двухдневный джентльмен снова в деле. Моя малышка переоделась, помылась, побрилась. Ну, а я... Не побрился, не помылся, блядь. Я и так хорош. Работаем. Приготовлена еда? Да. Постирано белье? Какое? После... После чего, блядь? Конечно, не после чего я утром приехал, тупица. Все, иди жрать. Дай нам шансы, а я простил ее, простил ее, но опять, опять, опять. Ой, как намаялся я с тобой, моя попытка. Мужики, нужна ваша помощь, там, короче, драка, я не знаю, какие-то два пацана там с пистолетами, со всей хуйней, вот за забором там. Сейчас, шнурок. Цуй. Еще. С языком. С языком, блядь? Облизывай. С языком, блядь. Ну, чё Ром! Ты, блядь, оближешь, нахуй? Вообще не каблук. Дорога моя.